Десятки тысяч человек заполнили в воскресенье главную площадь Мехико, чтобы выразить протест против реформы избирательного законодательства. Участники демонстрации были одеты в белую и розовую одежду – цвета Национального избирательного института. Реформа, предложенная президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, предусматривает сокращение финансирования окружных избирательных комиссий. В правительстве считают, что это позволит сэкономить около 190 миллионов долларов. Однако оппозиция заявляет, что это угроза для прозрачных всеобщих выборов, которые состоятся в июне следующего года.